универсальные чехлы для пультов. Что такое, Кира, икаешь? Итак, наши чехольчики, которые мы сейчас будем вешать на пультик, да? У нас уже тут все готово. Подопытный пультик, который мы продули. Надо выставить таким образом его, чтобы вот эта вот полосочка у нас была сзади, да? Да. Потом вымеряем длину. Намечаем длину. Берем Кирины ножнички. Обязательно. Нет, тут надо ровненько. Ты мне лучше помогать будешь, хорошо? Угу. Давайте фен. Фен? Фен. Я буду греть фен. Нет, я буду греть феном, потому что детям это небезопасно. Хорошо? Разогреваем посильнее, чтобы разгладились все наши складки. И теперь нам не страшно, если на него что-то попадет. Вода, кофе и все остальное, да? А самое главное, перед началом нужно заменить батарейки на хорошие, поставить дорогие батарейки, чтобы они дольше прослужили. Всем пока, ставим лайки. И подписываемся на канал. Правильно, а еще оставляем комментарии. Ага, сделаем много-много подписчиков. Да.